Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, эзотерический метод перешагнуть через кармические страхи. Эзотерический метод перешагнуть через кармические страхи, такого метода нет. Такой метод один, это действовать. Чем отличается человек, боящийся, от человека, не боящегося? Он не отличается ничем. Ни боящийся, ни не боящийся обычно ощущают страх перед выступлением, перед публикой, там, перед новым действием, перед новым поступком и так далее. В этом и особенность людей. Люди, которые живут в социуме или живут как люди, которых объединяют задачи там, размножения, задачи выживания, эти люди, ими можно управлять только при помощи страха. Их нужно запугивать коронавирусами, там, пожарами, там, чем угодно. Чем сильнее фильмами страшными, там, маньяками, то есть им нужно вбрасывать информацию для того, чтобы они всего боялись. Показывать фильмы, где только подлецы могут становиться богатыми, наркодилеры, проститутки и так далее. То есть их запугивают этим, чтобы они даже не стремились, потому что со многими людьми я общаюсь, и многие люди говорят лишь одно: нельзя, потому что это все, потому что это очень плохо, потому что нет. Это элементы или системы манипуляции людьми, это системы манипулирования людьми. Каждый человек имеет право, просто не нужно ругать власть, ни в коем случае этого не делайте. Почему? Власть человек не поменяет. Ни вы, ни каждый другой президент, ни каждый президент после этого президента не поменяет ту власть, которая сейчас находится у власти. Почему? Власть есть система, этой системы уже 70-80 лет. Эта система, она не изменилась. Систему изменить невозможно. Для того, чтобы изменить систему, нужно порубать мясорубкой половину людей, которые находятся в этой системе. А это бесчеловечно. Поэтому пусть система эта остается. И если вы начинаете говорить что-то плохое против системы, знайте, система обычно выявляет, кто против говорит, и уничтожает. А кто же говорит об этом и кого не уничтожают? Говорят те, кому система разрешает. Понятно? Поэтому вы не лезьте просто с любыми абсолютно, любой абсолютно критикой и любыми абсолютно доказательствами, не лезьте в систему. Пусть для вас система будет, это самая лучшая система, самый лучший царь, самое лучшее время и самое лучшее. Но старайтесь сделать так, чтобы житье в буржуазном обществе у вас было по принципу эксплуатации трудового пролетариата. Тогда сама система будет за вас.